Всем привет! Сегодня у нас очередная инфо-цыганка из Инстаграм, только здесь аудитория уже больше в разы. Если у Марго Савчук 400 тысяч подписчиков, то у этой прекрасной девушки почти 1,5 миллиона. Соответственно, и объем обрабатываемых людей также существенно больше. Только за один поток она зарабатывает около 20 миллионов рублей, так как в среднем на потоке обучается 1500 человек. И это при том, что обучает она не всеми любимому маркетингу или продаже товаров из Китая, а удаленному заработку. Зовут ее Ксения Секира. Девушка на пару со своей мужем поняли, что устали ходить ежедневно на работу и зарабатывать на этом гроши. И не придумали ничего лучше, как продавать воздух. Ведь продажа воздуха всегда была очень прибыльной сферой. Из года в год существует и процветает этот прибыльный бизнес, каждый раз эволюционируя и подстраиваясь под тренды. Секира называет себя экспертом номер один в сфере удаленной работы. Вам не послышалось? Ладно, эксперт в области маркетинга, ну или, к примеру, в подборе автомобилей. Ну или, в крайнем случае, эксперт номер один по торговле с Китаем. Но эксперт по удаленной работе? Вы серьезно? Да, серьезно. Это то же самое, что называть себя экспертом работы. Вы что, ебанутая, что ли? Я потратила 5 часов своей жизни на просмотр парочку ее курсов и заметила интересный факт. За все это время у меня ни разу не появилось желания утолить жажду, так как все это время у меня складывалось ощущение, что меня поливают кристально чистой водичкой. В общем, могу сказать, семейка там интересная. Предлагаю познакомиться с ними поближе. А перед тем, как продолжить, для тех, кто забыл, напомню, что Бирдман – это бутик товаров премиум-класса. В составе производимой продукции используются исключительно натуральные и экологичные компоненты. У ребят есть группа ВКонтакте, там они делятся полезным тематическим контентом и дают бесплатные индивидуальные консультации по уходу за бородой. Ребята вежливые и отвечают буквально в течение 5 минут. Приобрести масло Бирдман можно по ссылочке в описании. Ксения Секира, популярный блогер в Инстаграм, 1,5 миллиона подписчиков. Очевидно, что часть из них накручена, но тем не менее фотки набирают по 20-30 тысяч лайков. До инфобизнеса у них была своя служба доставки еды «Азиатский экспресс». Но, как говорит Ксения, бизнес они этот продали, так как поняли, что им это неинтересно. После того, как компания прикрылась, они решили, что будут заниматься тренингами и решили организовать курс по созданию онлайн-магазинов. Почему нет? После плавно переключились на другую тематику, запустили свой блог и начали там рассказывать о том, что удаленная работа – это вообще круто. Путешествия, свобода и все в таком духе. Изи, все получили, успешный успех, все круто, все получается, мотивация, у меня все получается. И вот теперь Ксения Секира – бизнес-консультант и блогер. На своем сайте Ксения пишет, что она помогает людям достигать своих целей, а также помогает найти работу мечты и организовать заработок в интернете. А также открывает горизонты тем, кто устал работать в душном офисе или находится в декрете. Тупая бабища. Что же касается ее мужа, то если верить информации с их сайта, он уже много лет занимается бизнесом и достиг немалых успехов в сфере ведения и продажи тренингов. Ёбушки-воробушки. Не знаю, как они ведут свою деятельность, но судя по тому, что в отчетности их компании по строкам доходов и расходов пусто, очевидно, не очень чисто. Основной тренинг, который продвигает Секира, это обучение удаленной работе. После просмотра ее тренингов могу сказать, что там вообще нет никакой конкретики. Сплошная мотивация и громкие слова. Это же бред. В подтверждение моих слов можно привести элементарный пример. Отзыв об этих курсах. На курсе дается много информации по каждой профессии, но она вся поверхностная. Глубоких знаний вы не получите. А все то, что вам дают, можно найти в интернете в свободном доступе. Информации много, но много лишней и каких-то ценных знаний вы не получите. И таких людей очень много. Но окей, я не спорю. Многие не знают, что такое фриланс и вообще, как начать работать на таких площадках. Что? Я не понял. Если бы они преподносили этот курс так, что они обучают, как зайти на сайт, как выбрать заявку, какие вообще существуют ресурсы по фрилансу и так далее, то, разумеется, вопросов бы никаких не было. Про то, что в этой сфере дикая конкуренция, они молчат. Про то, что начать будет очень проблематично, так как без портфолио сложно стать исполнителем, они также ничего не говорят. Многие люди платят даже за курсы, на которых учат, как пользоваться компьютером. И это нормально, так как там есть конкретика и точно поставленная цель, без приукрас. Но эти же, для того, чтобы завлечь как можно больше людей, рассказывают о том, какая это классная и прибыльная работа, тем самым вводя в заблуждение. Да еще и берут за это 20 тысяч. Чего, блин? Она, безусловно, может быть прибыльной, как и любая другая работа, но, как и на любой работе, нужно будет потратить не один год для того, чтобы зарабатывать хорошие деньги. А они же дают людям ложную надежду. Послушайте, что рассказывает Секира на своих тренингах. Я повар.
Значит, вы можете себя найти, может быть, пойти работать администратором Инстаграм. Вы можете работать, писать какие-то рецепты для каких-то блюд, например, да. Может быть, там попробовать. Может быть, пойти попробовать работать в какую-нибудь в онлайн-доставку еды там. Да что ты, черт побери, такое несешь? Стоимость такого удовольствия начинается от 12 и доходит до 22 тысяч рублей. Разумеется, не все строится на коммерции. Есть и бесплатные материалы. Правда, задача этих материалов не обучить, а замотивировать вас к покупке платных курсов. Ну и под бесплатными уроками сразу есть окошко для оплаты. Гениально! А если же у вас нет денег, то Секира посоветует вам продать технику, потому что ее курс важнее же какого-то телевизора. Я знаю, что вы многие хотите больше зарабатывать. Но у вас нет денег на обучение. Это какой-то замкнутый круг. Из этого замкнутого круга нужно выходить. Копить. Продайте телевизор, который, кстати, не совсем-то полезная вещь. Чтобы стало больше денег, нужно учиться их зарабатывать. Проходите тренинги, находите деньги на обучение. Это самое важное, самое лучшее вложение – это в себя. Обучение, безусловно, лучшее вложение, но только не в этом случае, так как это самое обучение проводит инфо-цыган. Хочу к вам тренинг, но денег нет. Кто хочет, то всегда находит деньги. Я не верю, что денег нет. У меня даже когда был минус миллион на счетах, у нас все равно были деньги. На учебу мы всегда учились, поэтому это все отговорки. Это то же самое, я потом пойду учиться, потом суп с котом, и ничего потом не будет. Если вы хотите достичь какой-то результат, возьмите себе тренера в этом. Хотите похудеть? Берите тренера. Хотите, я не знаю, хотите удаленно работать, идите с тренером там, да, на тренинг учиться. Замечательно. Что касается отзывов, то на сайте они, разумеется, идеальные. Также Секира активно покупает положительные отзывы на сторонних ресурсах. Для того, чтобы на тренинге собралось как можно больше людей, они предусмотрели все. На сайте пишут, что тренинг подойдет абсолютно всем. Принимать участие можно из любой страны. Оплачивать можно любым удобным способом. И даже есть рассрочка. Вы главное поторопитесь, ведь чем ближе старт тренинга, тем стоимость будет дороже. А в конце обучения лучшим ученикам еще и 155 тысяч полагается. Что же касается отзывов, она говорит, что все ученики очень довольны курсом и жалеют, что не пошли учиться раньше. Наши ученики жалеют только об одном, когда приходят к нам на обучение, что не пошли раньше учиться. Читали мой блог, Валерин блог, год, два, три, кто-то 4 года читал, недавно девушка мне написала, 2014 года. Представляете себе, она сейчас жалеет только об одном, что столько времени потратила. Вы только подумайте, сколько денег можно было уже заработать. Серьезно? Она, видимо, читает отзывы, которые сама же и написала. Реальные ученики пишут, что их просто обманули, знаний дают ноль, негативные отзывы постоянно чистят, за критику блокируют и вообще, что качество курса на нуле. Ну и все в таком духе. В общем, если подвести итог, могу сказать, что покупать данный курс вообще не стоит. Лучше изучить информацию самостоятельно, тем более, что темы несложные. Изучить, как работают площадки по фрилансу, можно за один день. Это элементарно. Сложность возникнет тогда, когда вы поймете, что вы вообще не понимаете в тех заданиях, которые там нужно выполнять. Очевидно, что если девушка всю жизнь работала продавцом и у нее нет никаких навыков в написании статей, дизайне и так далее, то ей заработать в сети будет очень проблематично. Но Секира же рассказывает о том, что все очень легко, нужно просто пройти курс. Не верьте тем, кто обещает золотые горы после прохождения курса. Золотые горы, может, и будут, но только у того, кто вам это обещает. Их бизнес строится только на том, чтобы доверчивые граждане как можно больше покупали курсы. Что ж, а на этом все. Не забывайте подписываться на канал, писать комментарии и ставить лайки. До новых встреч!